Добрий ранок, ми з України. Так, сьогодні спав, так, этот, или проспав, или не було ніяких обстрілів. Мені говорять, що обстрілів ніяких не було. З чим поздравляю, перший день, перша ночь за какой-то там, за последнее время. Спали все хорошо. Знаю, что оккупантам не до этого. Они гребут в обратную сторону и сейчас там пытаются как-то что-то спасти ситуацию, куда-то убежать, куда-то перегруппироваться. Что хочу сказать. Смотрите, сегодня ночью молодая девочка приняла роды с помощью телемедицины. Родился мальчик, что не было возможности по-другому. Поздравляю с этим. И подробности будут чуть позже. То есть, ну, вот так вот в военное время приходится делать. Второе. Обращаюсь ко всем предпринимателям и предприятиям, которые работают, помогают искренне от души военным, медицине, волонтерят и так далее. Это все хорошо, это так и надо делать, знаю, что это от души, но на счетах у больниц, у военных есть безналичные деньги. Основная проблема сейчас в первую очередь о наличии и доставке, чем об оплате. Поэтому у меня просьба, то есть попробуйте узнать, выйти на военные рельсы и работать. Потому что, как сказал министр обороны, экономика должна работать. Насколько вы сможете работать, когда отдаете бесплатно все? То есть вы должны это настроить таким образом, чтобы, да, там минимальный заработок, да, но мы должны работать и дальше. Поэтому прошу учесть это, выяснить, по каким позициям, по каким группам товаров существует там статья затрат, может оплатить военные, им тоже это надо платить. То есть, поэтому просьба переходить более взвешенно и узнавать, детализировать, чтобы экономика могла работать, чтобы безнал ходил, потому что проблема с наличкой, то есть, ну, мы ее решаем. Но работать в условиях войны тоже надо. В принципе, все прекрасно, настроение хорошее, занимаемся поставкой, восстановлением электричества, поставкой продуктов, выбиванием врага, то есть все одновременно. Мы опять продвинулись дальше, мы опять их повыбивали, действует предложение сегодня по сдаче русских оккупантов, то есть сдавайтесь, русские оккупанты. Ну, по крайней мере, та часть, которая сейчас тут у нас в кольце, им некуда деваться, и у них нет топлива. Ну, у вас-то совсем выбора нет, но мы будем вас бить, если вы будете сейчас защищаться, окапываться и так далее. Сдавайтесь, нечего вам тут ловить. Из таких новостей Херсонская область, оккупант по линии разграничения массово строит защитные сооружения, везет технику защитную, готовится к защите. То есть плохо, мы хотели, чтобы вы так просто тоже сдались. Но будем сейчас думать. Всем добра!